решено. Не хочу жить. Нужда меня заела. Кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб. Умру! Но не так умру, как любая лошадь умирает. Вот так вот взял и, как дурак, по закону природы умер. Нет, я умру наперекор и законной природе. Умру себя всласть, в удовольствие. Умру так, как никто не умирал. Что такое смерть? Конец страданиям? Ну и моим страданиям конец. Что такое смерть? Конец всех счетов. Ну и я кончил свои счета. Квит с покровителями, свободен от друзей. Случай. На квартире живут двое. Тарелкин и Копылов. Тарелкин должен, Копылов не должен. Судьба говорит: умри, Копылов, и живи, Тарелкин. Я говорю: что ж ты, судьба? Индейка ты, судьба, умри лучше, Тарелкин, и живи, свободный, Копылов. Решено! Умер Тарелкин. Долой всю эту фальшь, давайте мне натуру. Мне нужна натура! Отставной надворный советник Сил Васильевич Копылов. Холост, детей не имею, родни не имею, свободен от друзей, сам себе господин. Так, теперь надо организовать мои собственные несомненные похороны. Для этого извещена полиция, приглашены сослуживцы. Окна в доме занавешены, в комнате царит таинственный полумрак, духота его неистерпимые, в гробу моя кукла, увитая ватой, в моем мундире лежит, право, недурно, с серьезом и достоинством. Однако от посторонних любопытных глаз не мешало бы еще подбавить вони. Мавруша! Мавруша, разбойница, ты где? Чего вам? Ай. Понимаешь ли ты, мой верный друг Мавруша, какую я бессмертную штуку играю? Чего? Никогда твой чугунный лоб этой высоты не поймет. Ступай и купи еще тухлой рыбы. И еще! Это ж дужеты мало! Мало, ступай! Ну, ступай же скорее, ступай! Да, все так, этой рыбы надо накласть в мою куклу в такой мере, чтобы их как поленом по лбу. Нет, этого мало. Я хочу, чтобы начальство похоронило меня на свой счет. Я хочу, чтобы эта моя смерть не стоила мне и медной полушки. Так и будет. Надо только все это хорошенько обставить. Мавруша свое дело знает. Вот уже месяц, как вся варавинская интимная переписка у меня... Вот здесь он уже хватился, ищет и на меня злится. Следовательно, при первом же известии он явится сюда и будет спешить с похоронами, чтобы тотчас обыскать мою квартиру. Это ты, разбойник, загнал меня живого в гроб.
Это ты уморил меня голодом! Нет тебе прощения! Боже мой! Какая же это есть неописуемая сладость вместе! Каким бальзамом ложится месть на рдеющую рану! Вот они, эти письма, лежат у меня на сердце, его греют, это моя плоть и кровь, это злейшие, ехиднейшие из всех дел варавинских. Букет, который можно самому сатане преподнести в знак любви и уважения. Мавруша! Мавруша, скорее, не скоро будут, время дорого! Значит так, смотри, старая, не соври чего. Стой себе да помалкивай и одно тверди. Жил, мол, честно, умер у Бога, поняла? Ага. Дай, скажи, что, мол, денег нет, хранить не за что, уж воняет, поняла? Да, да, что это и этими, и руками-то вот так вот. Поняла? Поняла, да, сударь, поняла. А Варавину-то Варавину скажи, что полиция, мол, придет, имущество захватит, бумаги остались, и их захватит, нехорошо, поняла? Поняла, сударь, поняла. Ага. Они. Ей-богу, они. Послушай-ка, послушай, как их вонью-то только ошибет, так ты их сразу сюда и веди, чтобы они без толку около гроба не околачивались. Поняла? Да поняла, сударь, ах, поняла. Отлично. Же их много, говорят, шумят. Что такое, батюшки? Открыто! Открыто! Господи, мы пропали! Сюда, отцы мои! Черт возьми, какая нестерпимая вонь! Фу-фу, нестерпимо! Одной минуты пробыть нельзя! Но как воне не быть? Умер бедно! Хоронить нечем! Гроб купила! Вот он, голубчик-то, и воняет! Неужели ничего нет, и похоронить нечем? Ой, ничего нет! Только это, бумаги! Полиция придет, все заберет! А бумаги после него остались. Остались, Свят, остались. Покажи. Как доказать? Теперь казать. Ой, хоронить надо. Воняет, голубчик. Ой, воняет. В самом деле, похоронить. Пропали у меня секретнейшие бумаги. Стало украдены. Украдены кем? Им. И вдруг умер. Как же так? Нет ли тут еще какой-нибудь мерзости? Делать нечего, похоронить, а потом отыскать. Непременно отыскать эти бумаги. Господа, что же нам делать? Видите, почти скандал. Похоронить нечем. Пожалуй, в городе узнают, скажут, с голоду умер, товарищи оставили. Начальство не пеклось. Нехорошо, даже и публика не оправдает. Так вот что, господа, сделаем христианское дело. Поможем товарищу. А! Поможем, 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 конечно. Даже из философской точки, что же такое община, как не складчина. Да, господа, их превосходительство справедливо. Это и журналы доказывают. Община не складчина. А складчина есть община. Доброжелательно любит Бог. Прекрасно и тепло. С миру по нищи бедного рубашка. Господа, господа, что же вы? Вы не так. Не, послушайте меня. Ведь мы одна семья, не так?
Мы одна семья. Да-да, одна семья. Меньше брат в нужде, ведь мы люди теплые. Теплые. Так задушевно. Нараспашку. Эки аспиды не поддаются. Нет, нет, господа, опять не так. Что же вы? Господа, мы вот как это устроим. Ведь вы готовы на доброе дело. Готовы? Да, готовы, да, готовы. Ведь на доброе дело вы охотно возьмете деньги у другого, то есть в чужом кармане. Ну так возьмите легонько друг друга за ворот. Так, хорошо. Ваше превосходительство, меня некому за ворот взять. Ну, сами себя возьмите. Слушаюсь. Теперь, господа, достаньте каждый у другого бумажник. О, вот истинная община. Да. Теперь отсчитайте по 3 рубля, но не более 3 рублей. Теперь возвратите бумажники. Какой жар, даже удерживать надо. Эти пожертвования меня всегда сильно трогают, господа. Позвольте мне сказать вам мое сердечное, задушевное спасибо. Вы сделали прекрасное дело. Вы сделали доброе дело. Меньший брат умирает в нужде, и вы вдруг... Благодарю вас. Я тронут. Я плачу. Плачьте вы! Обнимите друг друга! Ваше превосходительство, мне некого обнять. Ну вот ее обними. Слушаюсь. Отстань, бесстыдник! Пойди сюда, бедная женщина. Ты сирота? Сирота, батюшка! Ты одна осталась. Отдай-ка перстик, одинёхонька! Так знай, мой друг, есть добрые люди и небо. Идем, господа, идем, похороним тарелку! Идем, господа! Да, Мавруша! Есть! Ай, добрые люди! Ай, и небо! Ой, да отстаньте, что там, шутиха какая! Ой. Да хорошо, Мавруша, очень хорошо! Вет твоих услуг не забуду! Ой, обманите! Ей-ей, не обману! Теперь Воровин справит похороны и кончит дело быстро. Он до бумаг рвется, а ты сразу-то не давай. Поводи. Ага. Ну, а потом и отдай. Ага. Эти бумаги, они все равно гроша ломаного не стоят. Хороший-то я припрятал, так что ты ему так сразу и говоришь, что никаких других, мол, нет. Поняла? Ой, поняла! Сударь, поняла! Так, как понять мои дальнейшие действия? Куда направить стопы? Где найти приют? Каким макаром выудить у Воровина деньги? Какими кушами, большими или малыми? Я думаю, что поначалу малым, а потом... И качай! Ой! Умер. Несомненно, умер. Ибо и протух. Нет вести, которая принесла бы мне такое удовольствие. Скажу, такую сладость. Точно после долгих лет томительной жажды я вдруг потянул в себя прозрачную ключевую воду и освежился. Самая бесполезная и беспокойная тварь убралась в свою дыру. Самая гнилая душа убралась из самого протухлого тела. Как не вонять, по-моему, он мало воняет, надо бы больше. Так,
Теперь все приказано, все поряжено. Ломовой извозчик дороги могила на две сажени глубины. Приказал ему яму вырыть, туда его разбойника и концы в воду. Эй ты! Где ты там? Ты женщина! Поди сюда, глупая баба. Знаешь ли, кто я? Не знаю, батюшка. Я генерал. Слушаю, батюшка, ваша милость. Знаешь ли, что такое генерал? Не знаю, батюшка, ваша милость. Генерал. Это значит, что я могу взять тебя и в ступе истолочь. Ой, посидите, ваша милость! Показывай тотчас, где его бумаги! Вот все покажу. Все покажу, все расскажу. Пойдемте, ваша милость. Ну, поищи, поищи. Для Мациону поищи. Здесь оно мое сокровище. При мне неприкосновенно, нетленно. Чу, идут? Нет, ничего нет, непостижимо. Когда я знаю, положительно знаю, что он, именно он украл у меня эти бумаги. Он мне даже однажды как-то дерзко и странно намекнул на подобные обстоятельства. Может быть, это, говорит, годится для отопления будущей квартиры? А? Это был такой мошенник, которого, кажется, живого мало разнять на части. Ваше превосходительство, честь имею явиться! Что приказать изволите? Вы кто? Исправляющий должность квартального натирателя Иван Расплюев. Почему не приняты вами меры к сохранению имущества покойного? Все меры приняты? Какие? Поставлен часовой, двое хожалы, двое добросовестных, сам здесь, с полным рвением, не извольте беспокоиться. Смотрите, это на вашей ответственности. Строжайшие, строжайшие меры приняты. Один добросовестный только ручку к имуществу покойного потянул, так я его... Так-то по ней цапну по сей день, поднявшие лапки. Хоть позвольте посмотреть, позвольте. Служанка жалуется, что расхитили имущество. Пропали, говорит, бумаги покойного. Она врет. Позвольте опросить. Опроси. Ну, какие бумаги пропали? Какое имущество расхитили, говори! Бумаги! Бумаги! Вот что их милость пишут, те самые! Поди сюда! Поди сюда! Поди! У тебя сколько зубов осталось, старых рычев, как говори, я все решу! Не знаю! Ну. Не знаю! Вообще, знать ничего не знаю, видеть ничего не видела, слышать ничего не сказала. Я просто так сказала. Говорит, ничего, ничего не видала и не слыхала. Такое племя без меры врать будет. Странно. Ну, делайте свое распоряжение, выносите покойного да побыстрее. Что его долго держать? Сию минуту вынесем, ваше превосходительство. Ну, куда бы они могли у него запропаститься, теряюсь. Всего жду, все подозреваю. Одного страшусь. Взял он эти бумаги, да в страховом письме к его высокопревосходительству и отправил. Здравствуйте. Слугу потеряли. Да. Потерю ощутили. Товарища потерял, сослужить. Вы его знали? Ну как знал, так, по-соседски. А вы, стало быть, искать чего-то изволите? Да, с формальной безделушки кое-какие. Ну и как, нашли? Нет, не нашел. Так бывает. Бывает, что одно кажется далеко, оно близко, а другое близко кажется далеко. Ну что, крокодил, на моей улице праздник. Как вы говорите? Та
превосходительство, позвольте покойному последнее напутственное слово сказать. Извольте. Милостивый государь, умер тарелкой. Бездна раскрыла перед ним черную пасть свою, и в ней исчез Тарелкин. Он исчез, он улетучился, испарился, его нет. И что перед нами? Пустой гроб. Великая загадка. К вам обращаю голос свой. Вы хитрейшие мира сего. Вы исчислители неисчислимых звезд и открыватели неизвестных миров. Скажите нам, где Тарелкин? То-то! Воскорбим душами о Тарелкине! Стало рьяного деятеля! Не стало воеводы передового полку! Всегда и везде Тарелкин был впереди! Когда несли знамя, то Тарелкин шел впереди знамя! Когда объявили прогресс, то Тарелкин встал и пошел впереди прогресса! Поэтому уже прогресс был позади, а Тарелкин впереди! Когда объявили эмансипацию женщин, то Тарелкин плакал, что он не женщина, чтобы снять кринолину перед публикой и показать всем, как надо эмансипироваться. И так не стало Тарелкина. И теплейшие нуждаются в жаре. Передовые остались без переду. А задние получили зад. Задумался прогресс. Овдовела гуманность. Но, господа, здесь у этого гроба стоит чиновник. Он сильный мира сего. Он властью перепоясан. Он ценит в чинах убожества, в мундире слугу. Слугу, который даже и в могилу уносит с собой интимнейшие, сокровеннейшие его превосходительство. Его превосходительство слезы. Я о слезах ваших говорю, ваше превосходительство. Итак, прольем слезу над этим пустым, но многозначительным гробом. Прощай, верный друг, труженик на соленом поле гражданской деятельности. Несите, несите! Спасибо, провидение. Как же все это легко и быстро совершилось. Теперь главное благоразумие. Сегодня же сдать квартиру и в глушь! Там дождаться, пока все это окончательно не уляжется. Вот оно счастье. Я только теперь его чувствую. Носом чую. А здесь запасный капитал. Письма – это петля, в которой торчит Варавинская шея. Он даже догадаться не может, что я жив. Пусть только все уляжется, и я предъявлю. И зло предъявлю. Он представить не может, что я жив. Вот оно. Именно. Именно. Справедливо, государь, вы заметили. Душа бессмертна. Скажите, звание у него какое было? О, почтенное. Надворный советник, ну, знаете ли, он в Варавино все дела делал. Скажите, а чего же похороны, можно сказать, в такой убогости, что ведь даже и закусить нечего? Добродетелен был, прост. Понимаю.
Знаете ли, что я вам скажу? Добродетель в свете не вознаграждается. Именно! Именно не вознаграждается. А кто вознаграждать-то будет? Люди. Вы их видели. Ну, видел. А сердца у них какие? Видели. Видели. Волчьи. Именно, именно волчьи. А вы, стало, страдали. Ну, так и бывало, а вы? Пачи песка морского. Что? Что вы говорите? Да в гражданской службе, в чинах этого не бывает. В чинах оно больнее выходит. Больнее? А так аж не публично, а так промеж тебя. Ну, разумеется, знает лишь Бог, да я. Так расскажите, с кем, как, по какому случаю? Это меня интересует, это меня интересует. О. Скажите, отцы, Сила Васильевич Копылов здесь что ли проживает? Ну, здесь, касатушка, здесь. А чего тебе, матушка, надо? А где же мне его найти-то? Ну, вот он я. А что ж мне сказали, что вы померли? Это шутки. Это глупые шутки. О, да. Я очень нарада. А то куда уж мне мою головушку преклонить? Ну, Людмилушку-то вы свою помните? Какую Людмилушку? Людмилу Спиридонову. Соблазнители вы! Розалия была, по-моему, Амалия. Капали одна была. Но Людмилушку нет, не помню. А она из балета или из школы? Да ну, это же мы по протомойству. По протомойству я никого не знаю. Ну, а сердце-то ваше не вещует. Не, не вещует. Так вот она я! Это что за чудовище такое? Нет, я такой женщины не понимаю. Ай, так и не понимаешь. А детей видеть хочешь? Каких детей? У меня отродясь никаких детей не было. Вот вам, ваше благородие. Наплодят, а потом и знать не хотят. Это что такое? Всю жизнь спрачивать? Ни за что. Ну, полно, Силич, полно. Давай на мировую. Ну, ведь не впервой. Силич. Силич. Постарел. Ой, ты постарелый. Тебе не признать. А глянь, как колено голое. Да воды такие. Куда уж тут быть жиру или доброй сытости. Ты знаешь, Силич, я как только тебя увижу, так во мне две перемены бывают. Одна от моей пламенной горячности, а другая от твоей жестокой холодности. Силич! Да! Пошла вон, глупая баба, я тебя не знаю, вон пошла! Вот вам, ваше благородие, как он свое исчадие прогоняет. Я вам, ваше благородие, просьбу подам. Вы его зверя укротите. Пойдешь, час, там час тому приставы подаст, час. Прощайте, ваше благородие. Я сейчас и подам. Час.
Скажите на милость, где же кандид Тарелкин? А где коллежский советник Тарелкин? Этот мошенник Тарелкин! Умер, голубчики, умер! Разбойник, это он нарочно! Я не согласен, я требую! Зарезал, без ножа кинжалом ударил! Где же у нас законы, ведь это грабеж! Это бесчестно! Я его на дне преисподней сыщу! Да что вы за бессмыслицу говорите, какая преисподняя? Нам так по преисподней за ним охотиться. Это бесчестно! Однако могу уже искать свою собственность, где я хочу! Да и отыскивайте, мне надо чхать на вашу собственность! А я на вашу плюю! А я на плюю! Господа, вы не так! Подавай нам его имущество! Господа, фух, ну и накрутил же этот Тарелкин, прах его возьми. Там ничего нету. Здрасте. Бумаги стало здесь, а непременно здесь. Почтеннейший, чего вам? Скажите, неужели Тарелкин и так-таки умер? Умер! Умер. Умер. Скажите, однако, как же так? Законом природы и волею богов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А вы, стало быть, знали покойного? Ну, как же знал? Вот свинья-то была! Однако, стало, вы его близко знали. Ну как же, приятели были? Но это еще что за птица? Да это жулик какой-нибудь. Только что за мошенническая рожа? Однако, милостивый государь, спешу вам напомнить, что о покойных так нельзя. Ну а как же прикажете свинью-то назвать? А вы как полагаете? А так... Представьте себе, господин квартальный поручик, что этот подлец Тарелкин... Нет, позвольте! Что позволять-то? Крысянька, кто будете, позвольте вас спросить? Я кто? Вы вот у кого спросите, кто я такой, а вот вы кто такой будете? Я! Господа, я кредитор покойного! Да, отродясь, у него таких кредиторов не было! Как вы смеете? Господа! Не шуметь! Продолжайте. Я капитан! Капитан полутатаринов! Я, видите, вот! Я кавказский герой! Я Шамиля брал! А я говорю, что... Позвольте, милостивый государь, поверите ли, что этот негодяй Тарелкин, вероятно, уже чувствуя, что скоро умрет, но занимал у знакомых денег, вещей, чего только мог, а вот у меня самым предательским образом выманил часы и превосходнейшие! Взял он у меня эти часы и говорит, в театр, брат, еду, цепочка есть, а часов-то нет, одолжи. Я ему по дружбе. Верите ли, только по дружбе. И вы ему так-таки одолжили. Да-с, я одолжил. И что же он, подлец и сын всякого подлеца, сделал? Часы взял, сам умер, а я как рак на мели. А потому позвольте мне здесь все эти закоулки обшарить. Не засунул ли он из одной только пакости эти часы куда-нибудь в щель? Или не запрятал промеж книг? Бумаг и документов, все возможно. Однако, постойте. Как верите, благородный человек, то по этим обстоятельствам ему неоднократно и в рожу-то плевали. Да ну это невыносимо. Выносим уже. Вы в конце концов мои нравственные чувства оскорбляете. Что? Нравственные чувства? Вот он, подлец! Так он все чувства оскорблял! Да, и какие чувства оскорблял покойный? Все, говорю вам, все! Зрение! Ибо рожа его была отвратительна! Слух! Ибо голос его дребезжал, как худая балалайка!
обоняние! Ибо от него воняло дохлым мясом. Лжете, сударь, никогда! Пахло, сударь, пахло! Что же сатана такая? Ты откуда навязался? Стойте! Стойте, стойте! Те приметы, которые вы с такой ясностью описали, приходятся как раз на силу Копылова? Как так, благодетель, что вы такое говорите? Как на меня? Как вы смеете? Где право? Позвольте, позвольте, вы мне тут не ораторствуйте, горло не драть! Помилуйте, благодетель, мы рассмотрим! Первое лицо. Ну что, можно сказать, лицо неприятное. Лицо! Скажите, что это рыло, что это рожа, но лицом нет, лицом не зовите, вы меня возмущаете. Мало ли непривлекательных наружностей, это не доказательство. А голос, слышите ли голос? Куда я балалайка, так-то-то? Так, совершенно так. Вы его как бы Рафаэлевой кистью описали. Благодарю. Господа, господа, ну что за поспешность? Что запах, слышите ли, вот чем пахнет? Пресность какая-то. Да, но ведь это близко. Очень близко. Признаки прихитрые обстоятельства. Господа, ну что вы стали запахом и воздухом доказывать? Как известно, у Тарелкина были превосходные зубы и прекраснейшие волосы. У меня, как видите, волосы жиденькие, а зубов... Фу. Нет вообще. Вот оно. Молодец, Сила Силич, срезал. Ну, милостивый государь, стало домой идти. Нет, я иду дальше и говорю, дайте ему волосы и дайте ему зубы, и тогда... Не-не-не, воспрещено и воспрещаю, капитан зарапортовался. Волосы и зубы в паспорте стоят, их и колом не выворотишь. А Антиор... Елпидифорович. Спасибо. Так говорит. Их и царь не дает. Их дает природа. Прекрасно сказан. А это что? Парик. Иди сюда. И зубы! Что вы себе позволяете? Да это уж не те, которые в паспорте стоят! Замри! Казусная штука! Что ж нам теперь делать? Что делать? Взять на него и напялить! Прехитрое обстоятельство! Согласие! Как? Тарелкин, вы его верно знали? Как свои пять пальцев? Тарелкин умер, землю зарыть, сомнений невозможно! Да вот это, говорю вам он! Мой вам совет этого субъекта не выпускать, не аресту подвергнуть! Ну попробуйте только, голова ваша не уцелеет! Стойте! Я знаю, кто это! Это величайшая опасность жизни! Да слушайте меня, но только крепитесь. Ага. Знаете ли вы, что такое вудкоглак? Нет. Вурдалок? Нет. Упырь? Нет. Цирк? Нет, я вижу ужасно. Видите ли, во-первых,
Он уже мертвый и в землю зарыт. Я понимаю. Ну, естественно, он хочет жить. Естественно. И что же, покидает он теперь свое жилище, могилу. Ага. Там что? И ходит. Но питаться злаками или чем другим не можно, потому что это уже будет пищеварение. А какое у него там, черт, пищеварение? А потому и питается он теплою, человеческою кровью. Боже мой, это целый ад! Варавин! Теперь, змея, ты у меня в руках. У него стало хобот! Хобот, как жало скорпионы крепости адамантовой. Да, подкараулив теперь вас. Выбирает он в голове ваше место. Да хоботом-то этим как мне? Да, и тем самым повергает вас в беспамятство, понимаете? В беспамятство. И начинает он из вас сосать, сосать, кровь сосать. Держите его, берегите! Эта птица редкая, со дня сотворения мира не было. Какая честь, вам крест, непременно крест! Это прекрасно! Боже, это ужасно! Цепей и кандалов сюда! Тут преступлений нет! Тут два преступления! Нет, тут три преступления! К начальству! К начальству! Вырос, небо свалился из двух мертвых. Один живой вылупился, теряюсь. Побратился. Где же он взял? Где скручен гранатами и взят? Не важно, где. Можете представить эту честь. Мне честь. Вам честь, полиции честь. Награды. Кресты. Награды. Да ты кажешься спящим. Кресты, да я взял. Я присильнейший сопротивление. Я Шамиля. Взял мне, успокойся! Да! Это мое убеждение, это мое убеждение! Я взял ее! А вот это видишь! Если я тебе промеж плеч ею двину, твое убеждение вон куда вылетит! Да, другое дело, это другое дело! По службе, черт возьми! Знаешь, докладываю начальству! Сегодня числа и дня арестован мною бродяга! Войдалак!
с опасностью для жизни при сильнейшем сопротивлении теряюсь. С нажженным паспортом. Вот, извольте. Извольте, и сначала я ему рученьки полотенчиком закрутил, а потом, как я его сарканил, заревел, при всей лютости заревел, вот. Хорошо. Ваше высокородие, вы бы вот ее положили. Кого ее? Кого? Барышню-то. А ты что с ней знаком? Ну, не то чтобы знаком, можно, а видал. Так это значит, его имущество досматривал генерал Варра. И его, и не его. Потому вуйдалак на две половины разбился. Одна выходит Тарелкин, а другая Копыла. Откуда ты этой бильберды набрался? По учиненному дознанию свидетельские показания имею. Тихо. Ну, повернулись. Так, свидетельские показания. Ага. Свидетельские показания имею, что чиновники эти не померли, а засосаны насмерть. Как так? Вот оно. Извольте видеть, я вам все объясню в подробности. Во-первых, у него хобот. Хобот длины необычайной, а на конце хобота присоска. Тихо! Присоска, как жало скорпиона и крепости. Адамантовой, кой скоро жертву свою он заприметит, хобот и выпустит, и медленно избирает в голове ваше место. И как? Вот мне бы что-нибудь твердое. Вон палка. Ваше высокородие, палка, спасибо. Палочка моя. Вот старый черт, я тебя поплеши съешь. А? Так, избирает в голове ваше медленно место. И как? Кожа! И сосок начинает кровь до самой смертной кончины сосок! Все. Да, все. Это довольно явственно! Все, как же мне вот так вот, не? Капитан Полутатаринов два раза толковал. Две смерти, обе скоропостижные. Ага. Неизвестное лицо, оборотень вуйдалак, то ли сё ли, а всё-таки следствие. Тут, стало быть, по ним добра ничего нет. Капитан этот говорит, больших награждений ожидать надо. Так уж сделайте милость, ну, доложите начальству. Деду к начальству. Начальству. Уравин! Такое я слышу. У вас необыкновенное происшествие. Точно так, ваше превосходительство. Арестовано будто какое-то таинственное лицо и с большим шумом. Мы сами в недоумении. Что же? Сверхъестественное. Стал сверхъестественным, ваше превосходительство, ведь так бывает. И скажу вам, часто бывает. Вот теперь касательно оборотней и вурдалаков. С ними одна трудность – это его схватить да взять. Вот оно! Ваше превосходительство! Взял, ей-богу, взял, при сильнейшем сопротивлении, с опасностью для жизни. Да ладно! Что вы, это удивительный факт, расскажите.
вашему превосходительству известно, что служивший при вас чиновник Тарелкин помер. Сами давеча присутствовать изволили. Ну как же, при мне, в моих глазах. Проживавший в той же квартире Сила Копылов также одновременно, скоропостижно скончался. Так. И что, ваше превосходительство? Открываю я третьего. Неизвестно кто, неизвестно откуда оказывается жесточайший злодей, который обоих этих чиновников засосал насмерть. Что же тут прикажете делать? Вы его и арестовали. Как Суворов Прагу взял? Ну, расплюет. Молодец, редкий случай. Только зубами держал, зубами. Да это геройский поступок. Как вам угодно, моя голова, мои плечи, как угодно. Что же вы намерены теперь делать? Еду к начальству, а всем случившемся доложу в подробностях. Пусть само и распоряжается. Эх, стало вы хотите такой редкости себя лишить и свое счастье отдать другому? Помилуйте, что вы? Мы не хотим. Как? Так я вас не понимаю, ведь тут следствие, неизбежное следствие. Точно так. Отец, научите, что делать? А поначалу не шуметь. Дело держать в секрете, понимаете? Понимаю. Ты несите легонько. Оказалось, делицо вида подозрительного, происхождения неизвестного, паспорт фальшивый. Прикажут произвести следствие, вы исследуйте. Начните тихонько да легонько, когда разовьется да запутается, так тут и лови. Только хватай да руки подставляй. Слова, золотые слова. Верно судить изволите. А поначалу себя не продавать. Никак. Главное, слушайте меня. Опасайтесь воды. Воды как воды? Воды? Да, вода имеет для этих злодеев разрывную силу. Никакие замки и кандалы не стоят, и может случиться несчастье. Уйдет. Уйди, лучше я лягу да умру. А потому не давать воды ему ни капли. Ваше Пресвятительство, маковой росинки во рту не будет. Молодец. Ага. А я с своей стороны обещаю в этом принять участие и устроить так, что самое это следствие будете производить вы, да он, и никто более, понимаете? Прощайте. Надо начать с малого и кончить торжеством. Ну, расплюев, хвалю. Необычайную вещь ты выдрал. Что сказал? Генерал-то что сказал? Ну, если мне креста дадут. Ура! Все наше! Ох, задачи! Не прошло еще! Наше время! Предписали!
Я следователь. Я строжайшее следствие буду производить я. Величайшее дознание произведу я. Все мышиные норки, все лазейки наружу буду выворачивать я. А давно ли я сам по этим норкам и лазейкам свету Божьего бег? А теперь меня бегать будут. Раболепствовать буду! Да? Я, да так, Антюх, Елпидифорыч! Спасибо, звание получил, так упражняюсь. Да, ты упражняюсь. Да. Ты у меня смотри, своего места не забывать. Антюх, слушаю! Антиох Елпидифорович! Вот. Я тебе говорю, у меня да. только одно. Повиновение и деятельность. Деятельность и повиновение. Только и всего. А, да. Ну, ты его допрашивал? О, я упражнялся. Ну и как он, что? А, сначала вертелся, а потом сознался. Умер, говорит, потом опять живу-с, потом говорит, умереть бы рад, но не могу-с. И это он чистосердечно говорит? Как же не чистосердечно, помилуйте, второй день не поем, всякое чистосердечие наружу полезет. Он говорит, будто их там целая шайка, я вам говорил, меры строгости потребных хватать надо. Говорит, генерал Варань, из оборотней, говорит, жало при себе имеет, был змеей, говорит, ха! Ха-ха-ха! Говорит, ха-ха! Хватать! Генерала, говорит, хватать! Ха-ха! Ну, начинай. Да? Только смотри, при допросах ничему не верь. Вот, ну, я вот слаб, всему верю. Кто там? Мещанка Брандохлыстова, ваше братье! Явился. Давайте сюда, Брандохлыстову. А как звать? Ась. Как звать? Людмила! Но. Людмила Спиридонова, ну, сударыки! Мама, ты Людмила, ну, ой! Ты Людмила Спиридоновна, ну, силу Копылова знала? Знала. А кондита Тарелкина знала? А нет, не знала. Ну, теперь-то мне его показывали, ты его видела. Видела. Ну, узнаешь? Узнаю. Стало это он. И он, сударыки. И не он. Вот оно. А как звать-то его? Сила Силич Копылов. Ну! Но... А с виду не... Хорошо! Кумушка, хорошо. Мы вот что на него имеем подозрение, будто бы он оборотень. Ну. Оно, сударыки, можно. Станется, все станется. Намедни детей своих не признал. Можно, станется, все станется. Да ты с ним жила? Жила. Он оборачивался? Завсегда. Во что же он оборачивался? В стену. Фу. А вот как на постель полезу, так он мошенник. Вот так вот рылом стену-то и обернется. Вот так я с ним 11 годков и мучилась. Все глаза выплакала с разбойником. Глаз, бывало, не сомкну, все плачу. А он дрыхнет себе, горой его раздуй.
А теперь жеребец от меня отрекся, от детей отрекся, кормить не хочет, говорит, не мои это дети, а чьи это дети, коль не твои, укажи чьи, так не указывай. Ну теперь ты видя, коль он таким манером стену-то обертывался, и не рабела с ним спать-то. Рабела, рабела, сударыки, ну а что же мне делать? Ну, мое дело женское. В показаниях. Сбилась с преступником в сожительстве. Ну, не прикажете не подвергнуть аресту? Подвергнусь. Ох, отцы мои! А что это, а? А? Скажите мне, кто здесь командует? Господин частный пристав? А! Частный пристав! Частный пристав, а как он смел? Частный пристав меня беспокоить, а? Как он смел? Да извольте с ними объясниться. Да нет уж, я у вас спрашиваю, как же он смел. Да знает ли он, кто я? Я и сама власть имею, я помещица Чванкина. У меня в одной губернии 300 душ, в другой 300 душ, да у меня черт знает где, черт знает сколько душ. Секундочку, секундочку. Ничего не сообразишь, что прикажете делать? Отведи ее в тюрьму. Можно? Можно. Меня? В темную? Да у меня в одной губернии 500 душ, в другой 500 душ! Я. Фамилия! Попугайчикова. Звание? Торгуемс. Чемас? По винной части. На! Что ну? Что ну? Вы подсой... Дима, вас знали? Да помилуйте, к чему нам знать? Как же вам не знать? Ну, что делать, не знала. А, ведь мы, матушка... Не отстанем. Ой, да как угодно. Ну. Что прикажете делать? Продолжить. Знаете ли вы, какое дело исследуем? Обороти! Мой давак, упынь, цель взят! Так что же вы... Матушка. Что это? Благодарность. Какая? Ну, 25-рублевая. Не могу. Ну, сделайте милость. Не могу. Ну, не обижайте, ваше высокородие. Не могу, говорю, я вам рад бы, но не могу. Ой, извольтесь. А, Марианна Исхаковна, вы ж меня знаете. Я без хитрости... Меньше 100 рублей ни копейки. Да помилуйте. Не могу. Да обижаете, Антиохил Петифорович. Нет, никакой обиды не могу. Обижаете. Веришь ли ты в да Бога? Верю, верю. Да за что такая обида? Не могу. Нет, никакой обиды не могу. Да быть стало по-вашему. Ишь, крапивное семя. Туда же! Thank you.
Подойди! Подойди, черт не съел! Ну, ты свидетель. Я-то? Да ты-то! А что? Что тебя? Ой. Иди сюда. Иди. Ты свидетель! Ой, свидетель, сударь, свидетель! Вот оно. Вот оно. Только теперь начинаю силу чувствовать. Знал ли ты своего жильца, силу Сирича Копылова? Что? Иди сюда. Иди. Знал, сударь, знал. Вот. Не оборачивался ли он во что? Что? Ах ты, ты вот сукин сын, ты. Ты ублюдок. Ты вот, понимаешь, мне твоей братьи скотов 25 человек опросить надо. Ты думаешь, меня хватит? Меня ведь не хватит. Как, сударь, вашей милости будет угодно. А, как мне будет угодно? Мне вот как угодно. Иди сюда. Значит так, когда я ему вопрос задам, ты мне его тресни. Стой, куда пошла? Да так тресни, чтобы ответ как пуля вылетел, поняла? Стой, что ты делаешь? Я же говорю, иди сюда. Когда я вопрос задам, ну, ой, знал ли ты своего жильца, силу Силича Копылова? Стой, что ты делаешь? Что ты добил? Самую речь ему перебила. Стань на место, глупая корова, стань на место! Я сам, все сам, вставай! Ну, знал ли ты своего жильца, силу Силича Копылова? Что? Ну ты вот на... А ты еще что такое? А ну пошел! Ну говори, ты только обстоятельно, братец, говори, не верчись. Не видал ли ты, оборачивался ли Копылов зверя, либо в скота какого? Нет, ваша милость, зверя Копылов не оборачивался. Врешь! Ей-богу, не вру, что хотите делать, и он в зверя не оборачивался. Иди сюда, иди. А вот в стену точно что оборачивался. Каким образом? А вот сойдет он с лестницы, ну, иное дело приключится, он лицом в стену и вернется. Какое совпадение! Показаний с Брандохлыстовой два! Два свидетельские показания, полное доказательство! Дворника под арест! Дворника под арест! Под арест дворника, да! Мое почтение. И если вам угодно меня о чем-то спросить, то я со всей готовностью. Да уж, сделайте одолжение. Я с удовольствием. Я с большим удовольствием. Вы бы вот тогда ведь меня спросили, я бы сразу с удовольствием. Но знали ли вы Тарелкина? Тарелкина не знала. А Копылова знали? Копылова знала. Следствием открыто, что вывели с подсудимым тайную переписку. Да помилуйте, какую ж тайную. Я с ним о девках переписывалась. Как о девках? Я у него трех девок купила. Трех девок? Вы купили? Купила. Так это запрещено законом? Строжайше! Продолжайте. Да вот и видите, да я же сама недоумевала. Это не извинение, мы этого не принимаем. Да, мы этого не принимаем. Помолчи. А теперь, сударыня, извольте показывать. Да вот приходят ко мне из моего имения мужики. Матушка, говорят, барыня, купите нам девок. Да где же я вам сиволапое стадо девок возьму?
Так а мы уже сторговали, говорят. Как сторговали? Почем? По 20, по 5 рублев. За сотню, помилуйте, говорят, за штуку. И что? Хороши девки. Важные, говорят, девки. Ну, думаю, дешево. Вот как, скажите, целую этакую девку, вот как она есть и по 25 рублев, а? Эх, ма, дешево, я бы и сам дал. Вот я у них и спрашиваю. Так а где ж такие девки продаются? Да-да-да-да, а где они продаются? А неподалеку управляющего Силы Силича Копылова. Ну, я ему письмо, он мне ответ, вот так наша переписка и пошла. Переписка, переписка, а дело все-таки серьезное, девками торговать не дозволено. Эх, мадюшево. Уймись, Ули. А теперь, сударыня, извольте дать подписочку о невыезде из города. Помилуйте, да какую подписочку? Я уж из города и так никуда не уеду. Это нельзя, так форма. Ой, коль я говорю, не поеду, значит, не поеду. Да. И между благородными людьми и благородного слова довольно. Так уж форма. Черт возьми, коль говорю довольно, так довольно. Эй, шатала. А, стойте, стойте, я уж лучше подписочку. Я, если хотите... Две подписочки дам. Все форма, господа, все форма. Ну, что у вас, господа, делается? Следствие производим, ваше превосходительство. Два показания уже приняли, свидетели показывают. Что же такое? Оборачиваться. Хорошо, и что он? В полном томлении. Воды не давали? Ни капли. Следовательно, тоска большая и силы нет. Какая сила, чуть не колебает! Хорошо, стало дело, обставляется отлично. Теперь, господа, мне непременно нужно спросить его по одному предмету. Позвольте приказать подать его сюда. Арестанта, сюда! Какая жара, муха какая. Допрашивайте. Говори чистосердечно, кто ты такой? Ой, я Копылов. Вздор! Мы этому не... Мы ничему не верим. Ну, хорошо, хорошо, я тарелки, только воды, дайте воды. Ну, говори, говори. Говори, ты упырь? Упырь. Ага, мыцырь? Выдавать? Выдавать. Говори, кто твои сообщники? Господи, да вся Москва и весь Петербург. Поименно говори. Ну, хорошо. Максим Варрабин, частный пристав ОХ. Квартальный надзиратель Расплюев. Вот оно. Прикажете делать? Продолжай. Ну, что вы делали, говори. Людей, а? Людей морили. Вот вы сейчас меня морите. Вы что? Кровь сосали? Сосали. Всю кровь высосали. Боже мой, какая жара. Я еду в Алжир. Я еду в Тумбукту. Нет людей. Все демоны! Выйдите. Я его сам допрошу. Слушаюсь. Я здесь, пустой человек. Ты в моих руках. Все открыто, все знаю, ты пропал. Мне все равно. Признайся, ты украл мои бумаги. Отдай, в Сибири будешь. Оттого и в Сибири не буду, что не отдам. Умрешь? Умру, а не отдам. Эй, Качала! Принеси-ка мне, братец, стаканчик воды.
томительно умрешь. Я жаждой уморю. О, хороша вода. Что, братец, проточная или ключевая? Ключевая уже вроде. Прямо из реки. Хорошо, братец, ступай себе. Да. Дайте воды. Дайте, ну, пожалуйста. Ну, дайте. Ну, дайте. Ну, вот. Вот они, ваши бумаги. Только воды. Дайте воды. Постой, ты, пожалуй, обманешь. Они... Предатель, ах, злодей, ах, змея, доморощенная змея! Максим Кузьмич, ну, не сердитесь, ради бога, ну, не вышло у меня, ну, я уеду, я куда-нибудь уеду. Наступай в пекло, провались в ад, только с глаз-то уйди! Ну, ваша взяла, ну, Максим Кузьмич, ну, будьте отцом родным, ну... Копыловские это бумаги отдайте. Куда же я без них-то, а? Вот тебе формуляр возьми. Аттестат-то, аттестат. Да, да, вот тебе и аттестат. Только провались! Я тут же в Москву и уеду. Только, Максим Кузьмич, вы уж не серчайте, пожалуйста. Ну, на дорогу вы уж того. Ну, на тебе, на, черт, дьявол, вурдалак проклятый, кровь ты мою высосал! Милостивые государи, может, кому-нибудь нужен управляющий имением? Вот, имею аттестаты. А о добросовестности говорить нечего, прошу об у него. О честности тоже, сами видели, за правду страдал. Могу предоставить резюме другого сельскохозяйственного общества. Ну, особую страсть к питанию к винокурному предприятию. Это, знаете, а я тебе говорю, ступай прямо в пекло. Там тебе не откажут. Примут!